Всем привет, ребят, с вами Глейм, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику из нуба в топ. Итак, как мы видим, мы здесь закладываем вещи, ну, точнее, алмазные эти ботинки, которые я где-то купил, не помню зачем и не помню когда. Проверяем мой баланс, и сейчас можете офигевать, 118 тысяч, спасибо фану. Да, как-то так, вот мы идем к первой нычке, здесь мы так, в общем-то, ни хера не находим. И, ребята, эту серию я бы хотел провести немножко в ускорении. Здесь вы просто увидите, где лежат нычки. Небольшое такое ускорение, самое маленькое сделаю. Видео будет коротенькое, ребят. Ну, это чисто где есть эти сундуки в баре. Так, может быть, я нашел и не все. Некоторые из них запривачены ебаным долгом. Ну, не знаю, зачем их запривачили, вот, серьезно. Также нашел какие-то маслята на крыше. Хрен знает, для чего они нужны. Ну вот, ребят, в принципе, все. Мы тут лазим по разным местечкам, лутаем сундучки. Здесь, кстати, может быть что-то и есть. Вот один, потому что заполненный. И многие из них уже просто разлутаны, ребят. Ну вот, как-то так. Все, давайте погнали. Итак, ребят, все, мы начинаем продавать наши в темпе вещи, которые мы захватили за время нашего пребывания в баре. Обошел почти все места, может быть, где что-то пропустил, ребят, но я думаю, это не так уж и важно. Те места, которые можно было найти, я нашел. Также попрошу отприватить территорию, где сундуки долго, потому что это, как мне кажется, читерски очень даже. Может быть, если бы я зашел с аккаунта Глейма Легенды, я бы там все смог лутать, а вот так вот что-то у меня не вышло, да. Получили мы, в общем, 90 тысяч золота за всю эту пролутанную местность. Золота получили, в общем, очень мало. Ну, как-то грех жаловаться, ребят. Ну, на этом, я думаю, уже все, пора прощаться. Всем спасибо, всем удачи, ребят. И всем пока, до новых встреч. Бай-бай.